Всем привет, ребят, с вами Щербин, добро пожаловать. Сегодня, ребят, мы продолжаем играть Rocket League, и сегодня я не один, сегодня я с Эдисоном. Эдисон, привет. Всем привет, дорогие друзья. Да, в общем-то, мы сегодня поиграем снова в футбольчик. Вот, ты за какую команду пойдешь? Я нажимаю ауто. И нет, но, меня кинуло за оранжевый. Окей, я тогда за голубеньких буду. Ну что ж, я надеюсь, сегодня не будет лагов, будет все нормально. Посмотрим. И да, я переубиваю уже мяч, и он отлично уже улетает к моим воротам. Первую игру мы играем один на один, да? Да, вот так вот. Ну это случайность была. Да, первая игра у нас один на один, пока что. Вот, а потом мы пойдем, наверное, 2 на 2 сыграем. Да, против игроков каких-то. Ты в ранге играл уже? Нет, нет, я играю второй день, наверное, еще только в эту игру. И, в общем-то, пока не думал ни на ранге, ни черт, то есть я хочу просто пока сейчас... Ой, господи, на самом деле поразвиваться в этой игре. Ай, попал. Да, гаси. Да, мне пока нельзя в ранке, потому что я все-таки вот немножко туплю еще в этой игре, но в принципе разыграться бы, и я думаю, нормально будет. Да я, по сути-то, не люблю в основном ранки в играх. Ага. Всякое бывает. И, в общем-то, не воспринимаю в ранке, да люблю в основном обычные игры играть. Ай! Забил? Обычный матч. Нет. Он еще тут катается, мячик. Ай! Хотел выбить, не знаю, попал, не попал. Давай! Выбил. Да. Отличный сейв. Не знаю, тут есть смысл на воротах стоять один против одного. Ну, мне кажется, не особо. Там даже иногда, когда 2 на 2 или 3 на 3 играешь, что фиг знает, там стоять, не стоять. И... Нет, как он полетел-то не туда? Смысл? Не знаю. А ты как бьешь, двойным прыжком? Ну, когда как, в основном двойным бываю. А, не попал. Отлично. Выбил, так. Ускорялочка. Я иногда просто по мячу не попадаю, даже когда еду. Это он такой жесткий. Я просто привык, я много очень играл в FIFA. Вот, а тут, конечно, на машинках не так удобно. Ой, ты сам FIFA играю. Да я его как раз таки выпнуть хотел! Ох, да сейв. Слишком ударил. Да сейв. Так, я назад, в защиту. Так. Отлично. Мячик полетел. Ой, на самом деле руки устают играть на клавиатуре, потому что почему-то джойстик не работает. Как раз игра идеальная. Ой, для джойстика. Вот это была бы обманочка хорошая, на самом деле. Так, я сюда. Так, мячик, давай-ка ты не полетишь в мои ворота. Хорошо, ладно. Идеально. Нет, я совсем не я. Я слышал, выбить хотел. Господи, серьезно что ли? Щепиль, что ты творишь? Я даже ничего не делал. Ой. Не, я чувствую, перед тем, как идти 2 на 2, он, походу, еще матч реваншек будет. Небольшой. Да, ну, возможно. Ну, это да, вот это, конечно, позор, что они мне сегодня позор. А то я вот и когда один играл против чувака, когда позавчера 5-1 его выиграл. Да. Господи, серьезно, мячик, ты можешь уже как-то остановиться? Давай, вот так, хоп. Ой. И он, конечно, ко мне полетел. Серьезно. Ой, нифига, вот там у тебя ускорялочка красиво выглядит. У меня это обычный огонек, такой розовенький, фиолетовый. А ты открыл там нормально уже вещей? Не, у меня какой-то красный дали эту как раз ускорялку. Угу. И вроде бы все. Там еще всякие шапочки есть, я знаю, что-то еще там. Вот, но там я машины прикольные есть. У тебя какая? Самая обычная? Начальная? Да, у меня обычная, да, вот эта вот. Типа гоночная такая радиоуправляемая машинка. Ух, полетел. Ой. Господи, я не могу выпнуть нормальный мяч. Господи, сегодня... Ой, еще и правую кнопку мыши случайно нажал. Давай, 2 минуты осталось. Да, вижу. Оп. О, вот теперь хорошо иду. Ой. Ой, как спас. Хорошо. Даже ачивочку какую-то дали, что я спас. Дат сейв хороший. Ай, возвращаюсь. Не попал. Опа. Я тоже иногда туплю. О, забил. Нет, он катится. И теперь, да. Но он потихоньку так закатился. Да. Ну там на такой скорости. Тяжело. Вот смотри, я мимо него как-то пролетел. Ну туда, тут как бы еще и пин как бы играет, да. И свою роль. И... Ну блин, ну не знаю, небольшой. 2 гола за минуту 40, но мне кажется, нет, у меня шансов нет. Но в принципе попробовать можно, постараться можно. Так, хорошо. А тут дрифт есть, знаешь, на shift? Нет. Он как бы очень быстро разворачивается. А, вот назад. Да, вижу, да. Это да. Удобнее намного. Ой, не туда. Не по тем углом.
Давай, пинаем, просто пинаем мячик. Так, давай. Гол, гол, смотри, смотри. Ай! Не, слишком. Ну я его еще как-то немножко это подвыкнул. Так, надо ускорялочку взять. Ой-ой-ой. Как со стены. Нет, мужик, не туда. Не туда? Мужик, нет. А, нет. О, господи. Не возвращаемся. Ой, ты меня как... Фига, выпнул, хорошо. Ербол, минута осталось. Нет, там ворота идет. Вроде нет, вроде не долетит. Нет. Блин, мимо. Ой, я перевернул. Давай, да. Так, за 40 секунд надо один гол забить. Давай, Сиби. Да, возможно. У меня, в принципе, минута ушла на этот гол, но я тогда чуваку забил за 5 секунд. Это называется, мне так просто получилось в него выпнуть. А, вот это хорошая, да. Тактика. Тактика отличная, кстати. И он же прям в ворота летит. Ну да. Отлично. Вот это реально, ребят, это заслуживает Лойса вот за этот удар от Эдисона. Это реально круто было. Это хорошая тактика, да, согласен. Ладно, но не повезло. Это немного нубская тактика, тоже нечестно. Да, нормально, кстати. Если хочешь выиграть, то, в принципе, ну, да. Тактика очень так, даже хорошая. Ты где? Ай-яй-яй-яй! Я промахнулся. Да не, как он так полетел-то не туда? Вот ты засранец, стоя круглый. Нет, нет! Ну, а, блин, нифига ты меня опередил. Турбо у тебя было, а у меня вот нету турбо. О, 10 секунд. 9. Еще и гол. Или нет? Не успел долететь, господи. Летел как мог. Ну да, это GG. Могу сказать, что это GG. Это случайно. Это была хорошая игра. И тут уже, в принципе, его выпнуть только и, в принципе, матч заканчивается. Но, поздравляю с победой, хорошая игра, в принципе. Спасибо. Это хорошая. Мне повезло просто. Вот. Ну и сейчас, я думаю, мы пойдем 2 на 2. О, мне машинку открыли. Паладин. А мне такси дали. Я сейчас таксистом буду. Шапочку такси. Так. Ну что, я думаю, все-таки 2 на 2? Или... Да, думаю, будет лучше. 2 на 2. Ну, давай. Все, хорошо. Идем тогда 2 на 2, ребят. Так. Мы продолжаем, точнее, начинаем новую игру. Поехали. Да. Да, и мы теперь все. Мы 2 на 2 играем. Мы 2 на 2. Какие-то рандомные люди... Тут самое главное всегда выбивать как можно дальше от своей половины. Ой-ой-ой. Да, я выбью. Давай, выбивай. Круто. Всегда подбирай вот это нитро, которое дает 100%. Да-да-да, но его, конечно, тоже иногда. Давай, ворота. Нет, не отобьет. Я его убил. Вот это он успел просто за секунду до просто выпнуть. Ой, ты его убил. Да, подорвал его. Я, если что, в защите немного. Круто. Я его пытаюсь выпнуть. Мяч. Ай. Ой. Нет, он прямо в ворота летит. Нет, нет. Отскочил, отлично. Ой, меня подтолкнули. Я чуть-чуть выбил. Да-да, молодец. Но он... Вот, да, отлично. Так, тут все, главное теперь не нервничать здесь. Главное не нервничать, да. И не... О, фига. Я случайно. Так. Я в защиту немного. Мяч тут летает. Ай-яй-яй-яй. Круто. Так, вот это борьба за мяч. Да. Это реально борьба. Ой-ой-ой, выпнул-то. Очень отлично. Нитро возьму. Пригодится нитро. Он летит нормально? Но около. Ой, сам себе! Давай! Два! Один. Вот это хорошо. Ну, чувак сам себе выпнул. То есть он подворот выпнул, тут не осталось. И как раз тебя подтолкнул так удачно. Да, вот это вообще супер. Отлично. Отличная командная работа. Так. Главное теперь не расслабляться. Да-да. Ой, ну вот почти, кстати. Почти. Нифига себе. И теперь надо... Вот, я, вот, нифига. Ой, нифига, я улетел. Жесть. Я в защиту. Давай, ты возвращайся как можно быстрее. Да, я лечу на нитро. Нормально. Мне бы нитро взять, но сейчас какая-то напряженная борьба. Чувак быстрее меня подобрал. И добивай. Он меня толкнул, да, он меня тоже оттолкнул. Блин, он еще и турбо подобрал. Не-не-не-не-не-не. Супер. Не-не-нет! Пью! О! Нет, он еще жив! Еще ворота наши! Нет! Это, блин! Это как-то сложно было. Это просто, это что только что произошло-то?
Просто знаешь, ну, когда мяч перед тобой на линии, там вообще нереально его выбить. Я хотел назад, но... Ну, да, ладно, сейчас постараемся затащить. Я думаю, мы затащим вообще без проблем. Вот это мясо. Я за нитро? Ой, ой, ты меня пнул. Ух. Фига полетел. А мяч уже летит на шоу. Ой, нет. Не, он не сможет его забить. О, все, нормально, сейчас... нормально. Я за нитро опять. Сейвил. О, чувак ошибочку сделал. Круто. Давай, ворота прям. Прям как раз в центр. Сейчас, я... О, да, все промахнулись. Не, я его выпнул немножко в эту стеночку. Ай, чувак. Ой. Господи. Нет, мимо. Нет, забег. Штанга. Так, тихо. Я тут подпрыгиваю, чтобы это, случайно. Ага. И просто надо вот выпинывать. Гол! Поехал-то! Ой, фак, господи, серьезно? Отлично, вот это хорошо. Смотри, он еле-еле... Все, бум. Он успел доехать, но зачем он так развернулся? Я не знаю, он может не ожидал, что я пну со своей половины. О, ну это да, у него грубейшая ошибка, конечно, была. Так, ну отлично, все, тащим потихонечку. Давай. Тащим. Так. Я быстренько за нитро! А, хотел украсть, но я быстрее. Так, чувак, еще попытаюсь выбить, если смогу. Отлично. Ну, не совсем. Ну, нормально, нормально, нормально. Держим. У меня, в принципе, нитро есть, если что. Ну, чувак, мне кажется... О, сейчас нормально. Ну как? Давай. О! Это круто. Там их двое, один на воротах стоит. А, да-да-да, вижу. Mm. Ща... Вот на добивание бы. А, так, я в защиту. Я тоже лечу. Они лечу. Как-то, знаешь, они, смотри, они в свои ворота просто бьют. Да они, походу, это поняли, что против них крутые лесплееры. А. И... Так, я выбиваю, не... Ворота! Засейвлю! Засейвил как-то. Нет, чувак, нет! Нет, нет! ИСУ-96. Это напряженная игра. Да, на равных идем. Осталась минута. Да. Ну это, блин, конечно, жалко. Меня там полностью насиловали и, в общем-то, не было шанса подбить. Так. На их стороне. Эх, чувак, все-таки выбил его. Ай, меня толкнули! Так, осталась одна минута, но чувак пытается нам забить. Промахнулся. Выбежь? Я выбью. Давай, давай. Забьешь? Он бы как там стоял сразу передо мной, так. Хитром не хватило, просто да, да. Не... Ой! Я возвращаюсь. Давай, давай. Или может так сзади вот. Нет, да куда мы его катим-то? Мы его вообще не в ту сторону. Давай. Ай, сейчас чувствую, гол будет. 30 секунд, нет, мы должны... Сейв, нет! Хреновенько. Так, 20 секунд. Мы должны. Мы должны. Эйсон, соберись. Постараемся. Собираемся с мыслями и погнали. Просто сейчас 5 секунд забиваем гол. Давай. Погнали. Я, если что, сзади стою. Так. Мяч в ворота летит. Прямо в ворота. Практически 20 секунд. Они, знаешь, они уже поняли, они еще просто в защите будут стоять. Угу. Так. Ворота летит! Господи, ну как он пролетел-то так быстро? Вот это, блин, реально обидно. Просто он, я бы его вообще никак не засейвил. Ну это, знаешь, такие иногда. Вот смотри, он просто хотел выбить, но отрикошетил. Он намного выше меня летел. Да. Я бы, да, смотрел. Ничего страшного. О, ну... Но все-таки как-то напряженно было. Да, бы. Очень даже. Я скажу, напряженненько. Для первой игры даже нормально. Ух, нифига себе, еще один гол. Да фиг им! Я лучше вот так вот, ну да. Ну, более-менее, для первой игры нормально. Ну да, в общем-то, что, тогда будем заканчивать на сегодня на этом? Ну, можно, и, в принципе, если есть желание, еще одну. Ну давай тогда один на один быстренько еще сыгранем, чтобы давай потянуть немножко серию, и мы будем зашаться. Так, теперь мы за рыжих. Да, за рыжих. Рыжую команду. Ух, нифига за себе, рыжих. Вот это у меня залагало, у тебя не лагало? Нет, у меня вроде сейчас нормально. У меня слишком как. Но уже нормально, только на начале. Но я говорю, иногда бывает такое, что... Опа, подлаги. Опа!
Давай, давай, давай. Давай, гол! Красавец. Отличный удар. Прям в стиле Месси. Я еще по потолку поездил. Да. Там, вот. 17 секунд. Гол. Отличный, отличный был удар. Фу. Если бы мы так за 17 секунд в предыдущей игре забили, да? Ну так. Все, теперь главное попробовать потащить вот так вот. Да-да. Так, я быстренько за нитро. Что там? Как обстановочка? Ну, я немножко промазал все-таки. Хотел добить, но там, конечно, чувак начал мешать. У них какие-то ники слишком похожие. Одни и те же. Ну, они, наверное, мне кажется, тоже в примейде. Ага. Ой. Ой. Он меня убил. Я вижу, да. Он гол забили. Да. Рубин Рукс и Рубин Рукс 2. Вообще не будет какой-то бот. Ага. Ой, ну ладно, не. Ну сейчас, конечно, бот никак тоже нельзя было. Бить тяжело было. Но ничего. Попытаемся. Затащим. Мы да. Затащим. Да. Я верю. Фига он полетел. Я ворота просто вражеские отлетел. Так. Тут уже одному в защите стоять. Иногда хотя бы. Выбежь? Я выбью, но вот добивание надо... А, не сами себе скинули! Красавец. Это тоже было тяжеловато. Выбивать такое. Тоже 17 секунд. А-а-а. Отлично. Ну, да. Тут их не ошибка. Но у них тут была безысходная ситуация, мы не смогли бы выбить. Если бы они вообще бы его не трогали, да, он бы убил. Ну, ты знаешь, как у нас прикол, он меня убил. Они сразу же решили разбомбить друг друга. Не, он меня убил, я его убил. Это как-то немного странно было. Так, ты там... Я поддерживаю пока мяч, но он уже вылетает туда и вот сейчас... Ай! Не, не попал, не попал. Выбежь? Круто. Ай! Как да нормально, бежит? Нормально, он просто летел прямо в наши ворота, поэтому... Я выбил. Ага. Так. Мячик. Опа, как я через себя. Сможешь? Ну, мне тут нет. Надо вот сейчас набивание будет. О, супер, вообще супер, красавчик. Да, о, это круто. Я говорю, так, 3.30, я говорю, я чувствую, вот сейчас победа будет. Вот это хороший гол, отлично. 3-1. Держимся, держимся. Давай, я тоже в центр. Ой, нет! Но он промазал. Он промазал. Опа! Отлично, хорошо выбивать. Я попытаюсь за нитро, да, я взял. Так, на меня идет мяч. Давай. Ой. Это о, было... нет. Я быстренько назад. Я выбью. Давай, убивай. О, отлично. Давай. Ой, меня толкнул. Не толкайся. Давай. Гол. Гол. Гол, гол, гол. Да. Нет. Нет, забил, но меня взорвали просто. Я вообще ничего не видел. А, я промазал тоже. Ну ты там очень красиво ударил, мяч прямо в ворота летел, но он как-то, он меня убил. Вот заразы, а. У них тактика, знаешь, убивать друг друга, да. Точнее меня. Да они тоже вот, они камикадзе будут какие-то. Да, камикадзе, так, перебиваю их, чтобы они вот как раз... Я выбил? Не выбил? Давай, давай, давай. Но тут... О, нифига он начинал со своим нитро, у меня, блин, не было нитро никак вообще. Нитро тут решает. Эх, вот сейчас бы... А. Все-таки вот сейчас они засейвили. Выбежь? Сможешь? Выбил как смог. Вот я ему попытался помешать. Ой-ой-ой, я случайно зажимаю правую кнопку мыши. Так, я на ворота. Угу. Отлично. Оп-оп. О, нормально. Блин, у него нитро реально жесткого. Ой! Чем я? Напряженная тоже борьба. Как это так? Господи, я же... Фреймрейт этот дебильный, я же задел его. Там вообще миллиметр от него был. Смотри. Ага. Капец, как так-то? Ух. Если мы это... Ну, стараемся. Ну, минуту 50 они пытались забить. В принципе, да. Затянуть дальше. Еще я тут постою. Он уже к нам, так сразу же. Выбежь? Надеюсь, да. Нет, этого нет. Я им помешал, чтобы не было. Фейербол мне дадут.
Стой! Стит, хорошо! Давай! Как так-то, господи? Да черт! Не так как вы... Нет, ворота летит! Ворота летит! Нет! Да! О-о-о, нифига себе! Ты прям спас! Так. Давай. Я, короче, стою на воротах. Ты там решай. Я лучше... Давай, выбей. Нормально? Нет. Плохо. Да лучше, потому что они в атаку шли прямо. О, возвращайся, если сможешь. Да-да-да, я лечу. О, отлично, вообще супер сейф. Я... Ой. Там, да, помешали друг другу. Так, он на нашей половине. Я выбью, если смогу. Ой, вот он, они защитили хорошо ворота. Ну, в смысле, я отбил мяч. Ага. Просто добивание бы тут. Нет! Ай! Я не хочу овертайм, нет. Нет, не забьет, он мимо летит. Ну, может не забьет, а сейчас лучше возвращаться. Да-да-да. Выбей, если сможешь. Ой, куда он? Выпил. Там прям штанга такая. 10, 9, 8, 7, 6. Ай! 3, 2, все, GG. Нет. О, да. Все. Это победа. Да, напряженная. Ребят, я считаю, что надо лайки, вот просто собираем лайки. Это реально крутые матчи были. Да, и прям потеешь, когда вот такие, знаешь, остается 20 секунд и фух. Да, это реально круто. Ладно, все, главное меню. В общем-то, ребят, спасибо, что посмотрели. Я думаю, вам понравилась совместочка наша. Если вы хотите, еще пишите в комментариях и обязательно лосики, лайки ставим. Будет нам приятно очень. Да, и мы попытаемся еще чаще играть в Rocket League. Да, я, в принципе, очень даже согласен в это играть, потому что мне реально эта игра нравится. Да. Вот, так что, всем спасибо. Ставьте лайки. С вами был Эдисон и Щербинин. Удачки. Пока-пока, ребят. Всем пока.